потолка больше не течет, а в подвале сухо. В Отрадном проводят работы в самых больных местах жилых домов. Меняют инженерные системы и кровли. Всего в рамках программы капремонта до конца года приведут в порядок 19 домов. Какие сложности возникают у подрядных организаций и как реагируют жильцы, в нашем следующем сюжете. Это сейчас здесь светло, чисто, а главное сухо. Впервые за долгие годы в подвал спускаются без опасений. Капремонта жители 18-го дома по улице Отрадной ждали давно. Инженерные сети за годы порядком поизносились и доставляли немало хлопот. Раньше тут было, конечно, ужасно. Вы видите, здесь ямы были, это затапливалось, канализация у нас, подвал затапливали. Все трубы были прогнившие, запах невозможный был, дышать нечем было. У нас даже стояки поменяли, вернее, лежаки поменяли до канализационных колодцев. Все поменено. Частые прорывы канализации, как следствие, не только неприятный запах, но и постоянная сырость. В итоге в подвале прогнили все трубы. По этой причине и к ремонту подрядчики в буквальном смысле не знали, как подступиться. Прежде чем проводить работу, нужно было еще устранить последствия очередного потопа. На начальном этапе, да, подрядной организации приходилось приводить подвал сначала в порядок, прежде чем приступать к работам. Было полное взаимодействие с жильцами, то есть никто не отказывал в доступе. Спокойно пускали, ребята заходили, все меняли. В рамках областной программы капремонта здесь привели в порядок системы холодного и горячего водоснабжения и отопления, заменили проводку и установили два современных водно-распределительных устройства. А вот в доме номер 32 по улице Пионерской завершают ремонт кровли, финальный аккорд, монтаж водосточной системы. В перечень работ по региональной программе капремонта также входит замена лифтов, обновление фасадов и укрепление фундамента. Какой вид работ нужнее, именно их дому решают сами жители. На все подрядчик дает гарантию 5 лет. Если за это время возникнут дефекты, исправят за свой счет. До конца года в Отрадном планируется отремонтировать 19 домов. 5 из них уже готовы к сдаче. Татьяна Потоцкая, Артур Коньков, Александр Дудко, новости губернии, Отрадный.